Сегодня задумывался о том, что у меня есть какие-то интересные идеи, проекты, но самому заниматься ими лень. И хочу, чтобы пришли люди, которым тоже это интересно, и с которыми вместе было бы мне интересно этим заниматься. Там вот сейчас мне интересны эти темы там с волшебством, так сказать, взрывного роста эффективности через правильное применение теории систем, через увеличение, так сказать, сверхпроводимости информации. Да, и сегодня так сказал. Хочу, чтобы это появилось. Пускай эти люди придут в мою жизнь. Сейчас вот так. А сейчас так еще пришла идея, пришла мысль. Правда, и раньше время от времени я ее так обдумывал, что стоит проводить там каждый вечер или для начала раз в неделю что-то типа какого-то, возможно, общения в интернете и отталкиваться. Ну, раньше я просто объявлял, вот там общаться будем. И приходило же людей мало. Но иногда вот, когда мы устраиваем какую-то встречу с кем-то, вот, к примеру, мы устраивали с Антоном Херсуном. С ним было интересно поговорить, еще ребята пришли. Я думаю, что, ну и мне пришла такая мысль, что стоит каждый раз отталкиваться от разговора с кем-то конкретным. А остальные присоединились. И вот с этим конкретным человеком мы там о чем-то говорим. И, конечно, ну и еще так я так ощутил, что здорово будет, если я буду сам общаться, придерживаясь протокола, который мне нравится. Смотрю, что у меня какой есть листик с дерева Будды в Индии. Придерживаться протокола, который мне нравится, то есть говорить о моих эмоциях, о моих ощущениях по поводу этой темы, о своих желаниях сказать то-то или то, и тогда это будет, я буду искренен, а не манипулятивен. Я буду вместо рекламы своих каких-то представлений, буду, скажем, признаваться в желании рекламировать свои представления. То есть буду проявлять искренность, а не рекламным агентом буду. Вообще, стоит в этой манере и статусы в соцсетях писать. Вот у меня еще один есть такой курьез. Тут на моей книжной полке. Ну вот так вот мне сейчас показалось, что было бы здорово. И возможно, по этому же
принципу проводить общение в Киеве, встречаться вживую где-нибудь в кафешке с конкретным человеком и с приглашением другим прийти. Вот так. Хорошо. Пусть эти люди приходят, с которыми мне будет интересно заниматься развитием моих гениальных идей и прозрений.